Всем привет! Сегодня я с Кримсоном пройдем спидраном Fallen мод в Tower Defense Simulator. Поехали! А вот, все, два гладиатора. Ну, я знаю, что делать. Ты просто гладиаторов можешь поставить. Ну, ты, короче, до 10-й волны продержись с этими гладиаторами. Я буду в разных местах фермы ставить. Так, ну первые 4 волны проходят очень быстро, и так спидра очень. Так, уже бегут быстрые, и они тоже проигрывают. Я хотел мини-камеру поставить, ну ладно. О, все. А тут мне интересно, они справятся против таких медленных. Да, нет, не справились. Ну, в принципе, немножко хайпа потеряем. О, 2-го уровня гладиатор. Такой прикольный вообще. И не хватает немножко. Совсем капельку, 200 монет. Ладно, тогда подождем. Волну когда скипнем, я смогу купить. Да, это очень большие потери хп, так что... Поставлю. Тебе его апну до 1-го уровня, чтобы он хотя бы дом какой-то покрывал. В принципе, 38 хп у него еще осталось. Так, все, идут невидимки, и даже гладиаторы просто их вообще рубят. Немножко у них осталось, но акселератор поможет. Заморозки противника, когда будут быстро убирать. Они называются фалины, павшие. Если я постараюсь накопить на акселератора прокачку, чтобы он наносил вообще много урона, и фалины уже совсем скоро будут бежать. Там даже ни одного ранкера не поставили. Так, его тут на всякий случай поставлю, если все-таки не справится. Все, бегут фалин. Давай, командиры, командиры. А ты тоже поставил акселератор. Неплохо. Даже они до туда не добежали. ДС? Ставь диджея. А. Скидочку купим. Так, теперь у нас есть скидка 20%. Сможешь еще купить? Так, дальше. У нас уже 22-я волна и ничего не происходит. На 26-й волне будут очень быстро бежать. Это чужие. Гладиатор может включать какую-то. Да что с ним происходит? Супер злой гладиатор. Все, вот идет гигантский босс, и у него хп улетает почти. Так ладно, скипать не будем, то можем еще поиграть. Два акселератора, в принципе, неплохо. А, и заморозка еще. Ну, пока что идет. Я хочу акселератора до максимума получать. А, вот все, скипы. Мне совсем чуть-чуть осталось, еще 2 волны, и я смогу купить акселератор. Так, давай, давай, босс, давай, включай. А, он тоже замораживается. У них, конечно, нет хидден детектора, но они стреляют. Ну, там, ну, короче, они плитово. Так, прокачивай акселератор до максимального уровня. Все, вам капец. Ух, вообще быстро. Полагаю, мне надо еще что-то поставить. Вообще. Так, и буду прокачивать ферму. Командиры, командиры, быстрее! О, то что я акселераторы прокачал? Они очень быстрые, у них очень много хп. 200, что ли? Но акселератор их очень быстро убил. Ж крутой. Самое веселое. Они бегут, их замораживают. Они даже не успевают замораживаться. Это акселератор берет всех людей. Надо еще парочку таких делать. Тут нас готовят. Очень много файлов. Так, на следующей волне будет очень жесткий бу. 85 хп. Ну так. Ну вообще вот так будем пропускать, вообще проиграем. Сейчас будет супер быстрый босс, готовься включать командира. Так, вот тут вот. Наконец-то. 3 скрытых босса пробежало. Мы с ним справились. Гладиатор максимального уровня вообще. Так, готовься, готовься.
Командиров включать. Давай, командира! Танк бежит. У него 4000 какой-то счет. 3000. 2000. Ну, сверху его заправили, поэтому это очень хорошо. Тут тебе очень много зомби бегут, и вот эти танки вообще. Но если бы не снайперы, они могли бы пройти. Пойдем попытать. Ой, мы не все отвалились. А, все такие зеленые стали. Да, вот какие-то с толстым животом идут, они взрываются, и они все отравляются. Еще один. Взрыв происходит какой-то. Не супер быстро, а по идее должны еще бегать. Вот они, вот, вот пока я говорю. У них больше 1000 хп. Включай командира. А, так, дальше. Босс, выживатель, 8000 хп. Он тоже быстро проиграл. Вообще быстро проходим, зомби выглядит, еще не успевает или сразу. Кого-то эти фалины, вот. Павший герой. Валькиру 50% урона, у него 5000 хп, и только он странный щит. И анимация. Так, уже последняя волна, и сейчас... Чё мы реально победили? За 19 минут. Это спидран настоящий. Мы победили. За 19 минут 49 секунд. Это очень быстро, мне кажется. Всё, мы прошли.